Ты можешь поменять. Я тебе другая чувство чувствую. Мы не ищем легких путей. У Жванецкого было изя, Рома, а теперь серьезно. Когда мне было, ну скажем, 18 лет, и я пел ту песенку, с которой сегодня начал, серенаду, и там вот это вот, если бы коломбины ответили «да», то разве бы тосковали в ночи министрели. И мне мой друг, который был очень умудренный жизнью, уже года на два меня старше, наверное, он говорил: «Там все неправильно, там надо так». Если бы коломбины ответили «да», то затосковали бы в ночи министрели. Вот, ну, примерно об этом Владимир Качан на стихи Петра Вегина. Пины ответили «да». Владимир Ландсберг. Одичавшая к апрелю кромка галечного пляжа после шторма представляет несомненный интерес для скучающих, случайно забредающих и даже совершенно исключающих наличие чудес. Если б смог я обратиться юным техником пытливым, я б, попав на этот берег, позабыл бы дом родной и неспешно бы копался от прилива до прилива в судовой аппаратуре мне неспосланной волной. Или стал бы я, к примеру, молодым натуралистом, час проползав на карачках, нахватался бы сполна всякой нечисти чешуйчатой, пузырчатой, искристой, всякой мелочи пузатой, что подарит мне волна. Но являясь непричастным к тайнам перевоплощения, натянуть штаны попроще, вот и все, что я могу. Так что это не имеет ни малейшего значения. Мне заветную бутылку отыскать на берегу. Поздно за полночь на кухне оценил свою удачу. Из-под тины и ракушек, из-под слоя сургуча отыщу я и по капле понадежней перепрячу все, что губит без лукавого и лечит без врача. А когда уже под утро в завершении ритуала стеклотару над стаканом опустевшим я встряхну, тут и выпадет записка, что вчера ты мне послал, выбрав средством для доставки набежавшую волну. Говорится в той записке, что на завтра хлеба хватит,
что должна стоять кастрюля час на медленном огне, что неплохо было б чадо школу вовремя спровадить, что не все еще угасли чувства нежные ко мне. Вот и все. И только берег спит до будущего шторма, мегатонны всякой дряни разбросав во все края. Прагматизм содержания, романтическая форма, где-то там, на заднем плане, две фигурки. Радостно всегда приезжать, и также тяжело всегда от вас уезжать до следующей встречи. Но вот Александр Дольский когда-то много лет назад рассказывал, что вот он специально для того, чтобы легче было расставаться и легче уезжать, написал такую песенку, которая называется, правда, «Встреча». Но вот с этой песенкой расставаться легче. Когда же вы уйдете, а вы когда же я уйду?